Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смерти. Читаю твои комментарии, и ты пишешь, отправляйся в райское место, где нет этих туземцев, где нет крокодилов, и где можно реально повыживать спокойно, пообщаться. Но, друзья, сегодня будем изучать новые возможности. Кузнечное дело. Мне осталось выживать 29 дней. Я хочу изучить это дело. Сегодня буду впервые изучать, что, куда, кого и зачем. Куда сувать, я не знаю. Будем изучать, смотреть, до кого и понимать. Вместе с тобой. Время у нас летнее. Да, летнее. Время у нас есть еще. Прямо сейчас можно поизучать, есть, пить не хочу, поддержим все костры и, конечно же, смотрим, сколько тут у нас приятной дичи. Много всяких вкусняшек у нас есть, а у нас потух костер, это проблема, вот это реально проблема. Я не досмотрел, и потух костер. Так, зову сюда эти... Древесный уголь забираем. И нужен мне новый костер. Нету места. Мне нужен новый костер. Так, погоди. Давай-ка книжку. Сделаем новый костерчик. С помощью факела, конечно, мы разожгем. Так. Не хватает палочек. Обалдеть. Окейшки, погоди. Так, мне нужны палки. Палки. Палки мне нужны мелкие. 10 штучек есть. Добыть. Все чудесно, все пока прекрасно, понимаешь. А это сюда, все. С помощью факела будем сейчас разжигать. Так, туземный. Нужно выкинуть. Можно с помощью так. Оп, выкинули спокойно. Поджигай. Побежали мы туда поджигать новый костер. Нужно всегда смотреть, чтобы, знаешь, не потух, чтобы не было таких проблем, знаешь. Все, можно потушить, забрать. Как можно бросить? А вот так вот взять и бросить. Самое главное, чтобы не поджечь свой дом. Так, здесь бросаем древесный уголь. Я пошел изучать Так, это сюда. Это сюда. Ой, погоди. Ах, кость брось. Пускай будет так. Так, мясо готовится. Тут у нас мясо. Кстати, один кусок мяса приготовился. Я его заберу, и как раз можно его съесть. Да, я хочу есть. Я хочу реально... Слушай, у меня мяса реально чертовски много. 3 дня. 4 дня практически. 3 дня. Здесь у нас... О, сырое. 14 часов. Будем его коптить. Ага, окейшки. Все, будем коптить. Что у меня по воде? Вода у меня проблема. Так, пей. Нужно, знаешь, маленько поэкономнее с водой. Все, вот так. Дождя у нас нет. Придется с помощью фляжки таскать. Что такое? Что такое? Ты весь грязный. Все понятно. У нас тут много будет рыбок. 5 рыбок может попаться. А крокодила я не вижу. Нет, крокодила я не вижу. Так, ну что? Изучаем. Изучаем это дело. Что куда сувать, мы сейчас разберемся. Я знаю, можно
нужно взять глину и добыть с помощью нее форму. О, форма есть. Обалдеть. Так, у меня места нету. Форма есть, места нету. Так, кости выкидываем. А тушки пирани мы добыть, мясо добудем. Мясо добыть. Сейчас мы будем делать ножик, стрелы, а копья, понимаешь, нужно сделать железно. Так, а форму мы, по идее, забираем, да? А забрать форму могу? Нет. Ну-ка, добыть еще разок. Добыть. Так, все, добыли, у нас форма есть. Отойду чуть подальше, чтобы крокодил меня не трогал. У нас есть три формы, здорово. А изготовить, то есть мы здесь берем ножик, бросаем сюда ножик, да? Нет? Нет, получается, не так, погоди. А топорик, нет? А нет, не топорик. Мне нужно, по идее, сделать теперь ножик. Костяной нож. Такой нож я не смогу сделать, наверное, да? Так, погоди. Окейшки. А ну-ка, стрелу. А и стрелу сделать. Можно сделать стрелу? А стрела и что-то еще. А что нужно еще? Погоди, а что нужно еще? Нужно разобраться. Веревка, что ли, нужна? Нет, веревка не нужна. А что нужно еще? Так, что ли? Нет, не сюда. А... Реально будем изучать, понимаешь? Нужно все дело изучать. Что можно бросить сюда еще? Мне нужно сделать стрелы. Железные стрелы. А, погоди, а может быть две стрелы? Нет? Нет, не две стрелы. Не две стрелы. Так, окей, давай разберем сперва ножка. Мне нужны камни. Камни есть, пустая банка. Банки, склянки. А, камни. Мне нужны камни, чтобы сделать... О, есть камень. А, добыть. Чтобы, знаешь, сделать обычный ножик. А уже с помощью обычного ножика, ну-ка, изготовить. Так, все. Каменный нож. Я хочу сделать вот такой железный нож. А как это делается? Мне кажется, вот так. Смотри, форма бросается. Что-то нужно еще, я не понимаю, что еще нужно. А еще что нужно? Две формы, может быть? Нет, не две формы. Обалдеть, будем изучать. Да, нужно изучать, понимаешь? Нужно понимать, что куда кого. А... Так, ножик я с собой не забрал, потому что у меня есть один ножик. Нужно, по идее, выкинуть просто. А, выкинуть, а это забрать с собой. Так, возможно, заул. Возможно... А, все понял, все понял. Нужна банка. Банка. А, взять. Взять банку. Смотри, теперь мы эту сюда изготовить. Хотя нет, погоди, мне кажется, не нужна ни банка. Банка сюда, нет. Так, ножик, ножик. Ножик сюда. А... Да нет, мне нужна банка. Не, банка, по идее, расплавляется. А, все понятно. Сперва нужно растопить железо. Все, погоди. А, вроде бы разобрались, наверное. А, сперва нужно закидать куда? Вот здесь, древесный уголь. Потом, он, кажется, полный, да, хранилище, нет? Так, у меня есть много угля. У меня очень много угля. У меня много вот этих форм, которые, по идее, не нужны. Так, откройся. А сейчас мне нужно, по идее, растопить железо. Эти банки, склянки нужно тоже растопить. Кто здесь? А банки, склянки все нужно растопить. И получается уже железо. Потом мы выливаем в эту форму. Вот так, по идее, получается. Так, все. А что у нас? Закидываем сюда уголь. Здесь, по идее, уже все полное. Здесь банка. Все, банку бросаем. Можно кинуть еще одну банку? Ну-ка. Возьмем пару банок с собой еще. А, банка. Нет, больше не вылазит. По идее, нужно теперь поджигать. Все это дело. Нам нужен уголек. А можно с помощью факела поджигать? Потому что, возможно, энергии мне не хватит. Сейчас мы сбегаем, посмотрим. А у нас факел валялся где-то тут. Где он валялся? Где я его бросил? Так, выкинь копье. А, найдем факел. Куда я его выкину? Так, листья брось. Что у нас с костром? А, костер нормально. Бамбуковая палка. Где факел? Так, мясо практически готово. Это здорово. А, так, 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 так. Не вижу. Где мой факел? А, черт. Сделаем новый. У нас есть. Изготовить. Все, готов. И погнали смотреть, что у нас, как делает, поджигается, что получается. У нас ночь. Я начинаю уже кузнечное дело ночью. Пока разбираемся, пока смотрим, поджигай. О, все, печка работает, по идее, коптится. Да, здесь закидываем тоже уголечки и закидываем сюда банки. То есть, смотри-ка, где уголечки мои?
Сколько, по идее, нужно туда? Ууу, да, да много надо. Реально много надо. Для чего нужна вот эта и печка, которая справа отсюда, а, где получается зава, и эти угольки получаются. Так, мне нужно еще. А, я их много налутал. Я знал, что буду заниматься этим кузнечным делом. Много накидал. Так, так, так. Еще, наверное, все готов. А, закидываем, наверное, туда железную руду. Она намного, наверное, будет, а прочнее намного будет вот сюда. И, по идее, поджигаем тоже эту печку. Все, у нас две печки. Ты все поджег? Работает? Да, две печки, они пыхтят, работают. И у нас железная руда обрабатывается. То есть сейчас будет плавиться. А потом будем смотреть, как это дело выливать в форму. Мне нужно еще будет, наверное, формы, больше формы. А можно сделать стрел, можно сделать ножики железные. Можно копье сделать, кстати. Да, можно копье сделать, а, железное. Долг, конечно, все дело переплавляется. Можно пойти поспать, наверное. Можно пойти покушать и... Что у нас по еде, кстати? Я хочу мясо, я хочу пить. Так, поддерживаем костерчик. Кидаем уголечек. Мясо уже готово, мясо я забираю с собой. Один кусок мяса я съем и пойду, наверное, спать. Потому что время уже... О, время-то еще рано. Время еще рановато. Так, пойдем покушаем. А, что мне осталось еще докушать? Я хочу воды. Я хочу мясо. Мясо, которое, конечно, у меня есть. А, кстати, у меня есть сырое мясо. Ну-ка, 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 сырое мясо нужно выкинуть вот сюда. А, мясо сюда. Это у нас рыбка. Есть мясо, так что у нас и тут-то тоже. Два куска мяса как раз есть. Так, это мясо у нас 4 дня. Закидываем сюда наверх, чтобы понятно было, что это свежее мясо. А нижнее мясо уже 3 дня. 3 дня. 4 дня, обалдеть, сколько мяса у нас по 4 дня. Взял пару кабанчиков и все, мне хватает на неделю. Обалдеть, прикинь, целая неделя. Так, костер горит, все чудесно, здесь мясо готовится. Скушаем, наверное, один кусок мяса и будем спать. Шишки я не хочу, наверное. А, где мясо? Где мясо? Все мясо выкинул. О, 64 протеина, жиры, энергии, сколько прибавилось, но я пошел спать. Нужно поспать, набраться сил, и наша железная руда обработается. Как раз 4 часа ночи будем заниматься кузнечным делом. Так, все, просыпайся в 2 ночи, нормально. А, что у нас? А я хочу пить, а я хочу еще бананы, кстати. Хочет бананы. Всего хочет. И много хочет. Так, мне нужно больше уголечков, потому что сейчас занимаемся кузнечным делом. И нужно реально этого добра много. Так, это сюда. Надеюсь, мы разберемся. Надеюсь, я разберусь. Ну, конечно, друзья, тоже пишите комментарии, если есть какие-то тонкости в этом деле. А в кузнечном деле есть тонкости какие-то. Так, я пришел за бананами. Бананы есть, я хочу сразу их съесть. Так, давай-ка заберем. Один я скушал, все, два банана всего лишь. Маловато, конечно. Так, рыбка. Не попалась ни одна рыбка. Так, что у нас тут-то? Тут у нас, походу, все. Все готово. Смотри-ка, реально готово. У нас переплавилось, можно забрать ее. Теперь получается, мне кажется, вот таким макаром. Теперь берем и где она? Как она выглядит? Как она выглядит? Где эта железная руда, которая переработалась? Древесный уголь. А, вот. Два куска. Смотри, теперь берем мы. Изготовить. Ой, пардон, не то взял. Это сюда. Да-да-да, смотри, все получается. Теперь берем мы ножик, каменный нож и бросаем. Во, форма для ножа. Теперь мы изготовим. Смотри-ка, что получается. Все готово, что ли? А, форма. Форма получилась. Ага. И куда эту форму теперь пихать? Подскажи мне. А, вот сюда. Все. Теперь с помощью формы. А пустую форму не получается. Видишь, пустая не получается. Обалденно. Все реально, как реальный кузнец. Мне нравится это дело. Так, что у нас дальше получается? А, у нас есть еще одна форма. Есть еще одна руда. Ну-ка, сейчас мы изготовить. А, один кусочек руды. И хочу сделать стрелу. О. Все, дело пошло, смотри-ка, пойдем спать дальше. Видишь, как сделали дело? Гуляй смело. Так, теперь сюда, все. А печка у нас пыхтит.
Она будет долго очень пыхтеть. Видишь, как он исчез буквально чуть-чуть. Можно, по идее, подбрасывать, да? О, без проблем. Видишь, можно подбрасывать. Очуменно. А, нужно заново, смотри, она практически потухла у меня. Она практически потухла. Так, берем древесный уголь. У нас уже раннее утро. Я ранняя пташка, так что занимаемся активно, изучаем все это дело. Делаем топорики, делаем все, что можно сделать. Ну, не сегодня, конечно, сделаем за ролик. Но, знаешь, уже понимаем, что и как, куда сувать. Это самое главное. Так, закидываем полностью. Печка пыхтит, значит, еще не потухла. Я успел ее спасти. Все, она пыхтит, наша форма практически готова, кстати. 50% готово. Пойдем-ка мыть руки, пить воду. Так, костры у нас горят, мясо у нас готовится. Так, это мясо уже готово, заберем его с собой. Больше мяса у меня нет. Копчено, 4 дня. А, что, медь? Так, один банан у меня есть. Я, в принципе, хочу попить, и мне нужна одна шишка. Пойдем руки помоем и покушаем. Маленько позавтракаем, рукички, главное помыть нужно. Так, моемся. Нет, не моется. Погоди. Все, что ли? Она пустая? Она пустая, кстати. Давно не было дождей. Она пустая уже. Она хоть закрыта, не закрыта? Она без разницы. Так, ну окей, пойдем работать руками. Руки мыть нужно. Перед едой. Так, нет, мне нужно не взять ее. Мне нужно руки помыть. Помыться. Так, надеюсь, тут нет крокодила сейчас. Я спокойно помою руки. Так, еще раз. Помыть. А, еще разок, последний. Опасно, конечно, мыть руки. А возле водоема, где ползает крокодил. Так, у нас рыба есть. Рыба. Рыбы нету. А где рыба моя? Не понял. Так, что у нас? Работает. Работает наша. Пыхтят. Практически готово. Я хочу съесть один банан. Так, это дело съесть. Это дело съесть. И, конечно же, выпить воду. Все, позавтракали. Я хочу еще воды, кстати. А, флягу наберем. Вода чистая, 100%. Так, все, флягу набрали. Что у нас? Да, все, офигенно, работаем кузнечным. Погоди. Вот это интересно. Взлетел! Я не успел подстрелить его. Так, что у нас? А, все, готово. Форму мы забираем с собой. И у нас получается что? А в форме у нас есть уже. Ее нужно, по идее, добыть. Там у нас получается ножик. Ууу, смотри, реально. Отливка металлического ножа. Обалденно. Теперь, по идее, нужно ножик этот сделать. А, смотри, изготовить. Нужна веревка и нужна палка, по идее. Но палки, наверное, у меня нету. И веревок тоже нету. Так, ну хорошо. А, давай-ка сбегаем туда. На. О, секунду. Ох, да. Какой? 72-й день выживания я подстрелил первого попугайчика. Реально, первого попугайчика я подстрелил. Так, палочки заберем. Я очень рад. Наконец-то я этих летающих животных подстрелил. Пойдем сбегаем туда за палками, за веревками. И, возможно, мясо будет там. Возможно, аборигены будет. Я не знаю, кто и где будет. А, нет, мяса тут нету. Ловушки нужно опускать, поднимать. Сейчас это дело сделаем. Он там бегал, наш кабанчик. Так, тут ловушку тоже опускаем. И пойдем за палочками. Нахватаем много палок, веревок нахватаем. И побежим обратно. Вроде рассвело, вроде видно неплохо, да? Хорошо видно? Так, у нас длинные палки, бревна валяются еще, кстати, здесь. Это здорово. Так, эти грибочки я заберу, от паразитов. Пригодятся, это дело. Пригодится. Так, никого не вижу. О, фрукты. Это здорово. У меня, кажется, пиявка появилась. Так, один с собой заберу. Так, пойдем, наверное, нарубим. И наберем веток. Что-то как-то мне, знаешь, страшно, реально страшно. Потому что в джунглях, а особенно копейщики, они, знаешь, молчат. Они подходят сзади и начинают сразу тыкать жестко. Так, топорик у меня хорошо работает. Давай, руби. Нахватаем
по десятке палок мелких, а коротких принесем, накидаем дома. Заберем бревна вот эти толстые с собой и пойдем домой. Так, где полянка? Где моя полянка? Вот полянка. А у нас валяется здесь бревна, длинные палки валяются. О, бананы. Бананчики. Так, где я рубил дерево? Где я? А, вот рубил дерево. О, муравьи! Факай, пакость! Так, брось длинную палку, набираем начало коротких палочек. Сейчас мы сделаем себе ножик. Или что мы сделаем? Топорик, я не знаю, что мы сейчас сделаем. Но что-то мы сейчас точно сделаем уже железное. А там у нас готова уже, кстати, и готова вторая форма. Так, хорошо, погнали. Берем бревна и погнали домой. Три бревна, побежали домой. О, мясо! Мясо тоже заберем домой. Так, тут еще длинные палки валяются. Так, мясо забираем. Извини, кабанчик, я заберу тебя с собой. Потому что мне нужно мясо, конечно же. Я же мужик, я выживаю в джунглях. Мне осталось 28 дней. И я и должен эти дни прожить. Ты представь, 99-й день, и я прожил. Обалденно будет, радость. Но, знаешь, мой друг, мы пойдем выживать уже, наверное, на 90-й день. Отсюда будем уходить в райское место. Я тебе говорил об этом, а в другом ролике. О, там еще один попался. Ты писал в комментарии, иди в райское место, где нет... Сколько их там? Ты посмотри, там еще три штуки. Там реально много дичи. Там нету. На том райском месте нет ни крокодилов, никаких опасностей совершенно нет. Но, возможно, змеи есть. Возможно, тарантулы, но это не точно. Но туземцы туда точно не доберутся. Это 100%. Леопарды тоже не доберутся, это тоже 100%. Печки работают здорово. Нужно проверить внутри. Внутри проверить, кстати. Так, закидываем бревна. У нас есть новое мясо, кстати. Сейчас мы мясо закидаем. Ууу, костер потух. Мясо испорчено. Два куска мяса испорчено. Ну, не беда, в принципе. Так, у меня появилась пиявка уже давно. Нужно ее убрать. А где-то у нас покусали еще муравьи. Возможно, сыпь уже прошла, а возможно нет. Нет, походу не прошла сыпь, все равно. Так, тут у нас нет... А, вот сыпь. А, давай-ка, наверное, заутаемся. Тут нужно с медом или с табаком. А вот табак есть. А другое растение должно быть. Ну, я думаю, и так пройдет, в принципе. Потерпит. Мой друг потерпит, все будет нормально. Так, пару уголечков у нас есть с ножем. Кости. Куда их сувать, я уже не знаю. У меня уже все ящики в костях. Тушка. Добыть. Там будет перья еще. Перья. Куда перья сувать, тоже не знаю. Перьев тоже дофига. Туземцев нету. Я хочу туземцев. Пиши комментарии, если хочешь, ты тоже увидеть туземцев. Много туземцев где-нибудь кричать и пытаться меня сожрать. А я буду бегать под джунглем и орать. Так, тут у нас перед. Тут у нас перевязка. Так, мне нужно еще, знаешь, больше древесного угля. Больше, гораздо больше. А можно как-нибудь сразу пачка, нет, перетащить? А если правая кнопка мышки? Съесть, уничтожить, нет, не получается. А, взять. А, о, можно. О, смотри, как удобно. О, 11 уже на 3 накидали. Удобно, когда? Быстренько. Так, давай-ка сделаем ножик. Или что у нас там получается? О, мясо, кстати, есть. А, мясо. Закидаем сюда мясо. У меня 4 куска мяса. Его сюда... А, нет, можно убрать. Это мясо. Это мясо можно убрать. Сюда. Это тоже уберем. О, местечко освободилось. Еще два места есть. Так, это сюда. Это мясо, конечно, не очень-то питательное, но зато хранится 5 дней. Обалдеть, 5 дней. Все, у нас тут получается 7 кусков мяса. Погоди, там есть еще мясо, что ли? А, это зала. А, сыпь. Ну, черту сыпим. Так, у нас получается 2 дня. А, здесь у нас 3 дня. Мясо-то сколько? Мяса реально много. Обалдеть. Это что за кусок мяса валяется? Давай я его съем. 4 дня. Есть хочу мясо? Нет? Хочет мясо. Хочет мясо. Так, мясо. Съесть. Это мясо. Копченое.
Какая вкуснятина, но я уже слюнями подавился. Я реально уже слюняю, мне даже сколько мяса, не могу его съесть. А вода, у нас вода не работает. Так, мышка валяется. Так, что за палка валяется? Ну-ка, палку забери отсюда. Да, не этот, палку нужно забрать. Мышку забрал. Палку забрать, да, не ту забрал. О, забрал палку. Так, что у нас? А, печки наши работают. Печки работают здорово. А, форма. Стрела. Стрелага тоже готова. Смотри, что у нас есть. У нас есть металлический ножик, у нас есть стрела. А где она? Я не вижу, кстати. А, вот она. Добыть стрелу. Вот наша... Где стрела? Не вижу. А, металлические стрелы, 3 штуки получилось. Ух ты, интересно. Слушай, мне это нравится. Мне нравится работать кузнецом. Правда, я еще не сделал. А, ни одной. Погоди, сколько там рыбы? Одна пиранья и все, что ли? Забери с собой. Опускай ловушку. Сейчас мы сделаем стрелу. У нас есть, в принципе, веревки, да? Веревки вроде бы нахватал. Так, это добыть. Стрелы. А сколько там процентов будет стрел? Так. Изготовить. Теперь нужно сделать мелкую. И перышко. 2 перья. А, перьев у меня нет, кстати. Перья. Где перья? Тушканчик. Мне нужны твои перья. Добыть. Сейчас добудем перья. Ууу, сколько перьев. 11 перьев. Куда? С одного тушканчика. Так, изготовить. Так, 2 перышка получается. Да не то взял. Наконечник и палочка. И еще веревка, наверное, да? Или 2 палки. Наверное, еще веревка должна быть. Да, металлическая стрела. Ууу, вот эта тема. Вот эта тема интересная. И насколько она будет эффективна, я даже не знаю. Ну да, 50%. Потому что начинается с малого, потом будет гораздо больше и больше процентов. Будем изучать. Давай-ка сделаем еще одну. Изготовить. Получается... Всего лишь 1 палка, веревка, кстати. А веревка не нужна была для обычной стрелы. Так, и перья. И 2 перышка. Так, изготовить. Так, у нас уже 2 стрелы и 49%. Там и там, да? Ну, сделаем еще одну, как говорится. Последняя веревка. Перьев у нас много. Так, ну что, погнали дальше. Нужно делать. У нас есть металлический нож. Можно сделать из него. Мне нужна веревка. А печки наши работают, но скоро они уже потухнут. Подкидываем уголечков туда. Заправляем полностью печку и делаем новое. А сперва нужно металл. Металл расплавляем, чтобы, знаешь, печка просто так не работало, закидываем там металл. Так, у нас есть форма. Это пустая форма. Там есть еще одна форма. Да, там еще 2 штуки. Правда, я их почему-то вытащить не могу оттуда. Они просто ковыряются. Так. Раствор. А, все, понятно. Брось, сколько это? А, добудем новые формы. Пускай валяется здесь. Почему я могу взять те формы? Так, взять глину. Сейчас мы заместим сразу же глину, чтобы у нас было на запас. Так, завы у меня нету. Завы у меня, конечно, тут есть. Очень много. Так, все готово. И с помощью фляжки мы накидаем то воды. Так. Все готово. Замес делаем. Теперь у нас будет много форм и сможем сделать разные... Уже стрелы сделали. А, здорово. Кстати, как они смотрятся со стороны? У них, кажется, синие перья. Это, кажется, обычная стрела. Ну-ка, выкинем, наверное, обычные стрелы вот сюда. У нас есть 3 стрелы. Выкидывай. Во. Вот так. Вот так смотрятся стрелы железные. Обалденно. Я хочу поохотиться. Дайте мне крокодила. Я хочу на крокодила. 1 хедшот и минус крокодил. Слушай, я реально хочу пострелять в кого-нибудь. Но пока никого не вижу. Я хочу туземцев. Я всех хочу. Так, погоди. А что у нас? Печка. Там у нас есть много
О, 15 угля. Обалдеть. Я есть хочу, наверное, да? Пить хочу. А руки грязные. Но пить я буду. О, пьем. А сколько осталось? Ага. Нужно руки помыть и пойти покушать, наверное, все-таки. Так, форма есть, а стрелы есть. Но не на кого поохотиться, понимаешь? Дождей нету, реально фигово. Где дожди? Дожди нету, а вредет нету. Где туземцы эти? О, кстати, вода тут есть. Она, наверное, полная, да? А я уже напился. Так, погнали, погнали дальше. А, бананов нету, погнали дальше делать. А что можно сделать еще? Мне нужны веревки, кстати, были. Побежал за веревками и забыл забрать. Потому что веревки кончились. Нужно сделать железный ножик. Так, забрал веревки. Так, удочка, кажется, сработала одна, да? Ага. Это дело заберем. Уже места не хватает. А можно сразу, по идее, добыть ее? Таким макаром быстренько добываем. Крокодил, ты где? Ну, жди меня. Я тебя найду. У меня есть стрелы теперь офигенные. Так, все, опускаем. Реально, я рыбак хоть куда. Так, что у нас? Что есть интересное еще? Пока у нас металл плавится. Знаешь, очень удобно. Металл расплавился, забрал к себе, и дальше можно плавить. А банки, склянки, все дело сейчас мы расплавим, и, конечно, будет здорово. А ножик валяется. Так, что у нас? У нас есть теперь, по идее, вот такой ножичек. А, изготовить. Наверное, нужна палка. Наверное, одна веревка и металлическая кирка получается. Ух ты, ты посмотри. У, вот эта тема. Металлическая кирка, некуда сувать. Так, факел к черту. Кирку мы возьмем. Хочу посмотреть. О, записка. А, металлическая кирка железная. Вот эта тема. Мне нравится. Мне нравится. Так, что можно дальше еще делать интересного? Да все. Все оружие, которое у нас есть. Можно делать. Так, можно сделать копье. Так, все, металл готов. Металл еще не готов. Мы ждем металл. Так, палки мы соберем. Формы у нас есть. И я хочу сделать... каменный нож у нас есть. Сейчас металл расплавится. Мышка. Мышь валяется. Металл расплавится и сделаем новую форму. Сделаем еще стрелы, конечно. Так, короткая палочка пригодится для стрел. Палки, бамбук. Какой срач. Так, мясо. Мяса много. Так, что у нас по еде? Есть хочет. Хочет пить. Хочет бананы хочет. Есть бананы. У нас руки грязные, кстати. Дождей нету. Не сходить в душ. Не помыться ненормально. Нужно помыться хорошенько. Так, все, помылись. Ну, где вся дичь? Где все туземцы? Где аборигены? Я не понимаю. Я жду их. Кстати, разработчики писали, знаешь, вот тут в книжке, что огонь привлекает туземцев. Я хочу это прямо сейчас проверить. Хотя, знаешь, мы проверим на следующем уже ролике. Проверим. Вот здесь. Где? Костер. Костер. Огонь может привлечь нежелательное внимание. И, кстати, да, реально прибегали туземцы на огонь. Они разрушали постройку огонь. Я поставлю огонь прямо вот сюда. Можно, знаешь, прямо сейчас в этом ролике сделать огонь. Прямо вот здесь огонь сейчас поставлю. И будем ждать здесь туземцев. Разожгем. У нас как бы нету дождей. И он будет долго гореть. Так, ставим костер. Обычный. О, здрасте, приехали. А почему не ставится? Не понимаю. О, можно тут поставить. Ну, хотя бы здесь поставим. Так, сбегаем быстренько за палками. Две штучки всего лишь. Две палочки, опускаем ловушки. Так, у меня есть. У меня есть стрелы. Жалко эти стрелы. Если они убегут, конечно, очень жалко будет. Так, есть длинная палка. Не будем, наверное, ее трогать. Побежали, сбегаем. Всего же две палочки взять нужно. Так, длинные палки я сейчас заберу с собой. Мне нужно всего же две палки. Палки. О! Молодая пальма. Это дело нужно срубить.
Так, все готово, падай. Где она? Так, листья, листья. Где эта молодая пальма? Куда она упала? Ее нужно, по идее, скушать. Она очень вкусная. Я не вижу ее. А, вот. Так, мне нужно всего буквально пару палочек, и я ухожу отсюда. О, палочки есть. Забираем длинные палки и канаем отсюда быстренько. Максимально берем, 5 штучек максимально берется, и бежим отсюда. А сделаем тот костерчик, и пускай туземец прибегает сюда. Я хочу проверить, испытать свои новые стрелы. Свое оружие испытать. Так, закинем длинные палки. Так, печка пыхтит. Там, наверное, уже металл готов у нас. Так, руки опять замырал. Да, металл готов. Можно, знаешь, все переплавить, а потом все дело это делать. Так, у нас есть баночка. Банку сюда, металл берем, металл тоже. Банки. Много мне занимает эти банки. Сюда банком. Все, пускай пыхтит дальше. Закидываем туда еще уголечков. Сейчас заберем угольки. Взять. Вот так гораздо быстрее, чем перетаскивать. Нахватали. Закидываем по максимуму. Пускай пыхтит дальше. Так, вот у нас два кусочка есть. Руды. Мышку. Мышку туда же. Не получается. Мышку черту отсюда. Мышка мне не нужна здесь. Так, рыбка не попалась. Рыбок нет. А, окей, что у нас? Две руды есть. Можно что-то еще сделать. Погнали домой. Проверим тот костер. И доделаем костерчик тот, друзья. А где, по идее, должны прибежать туземцы? Так, костер горит, все потрясающе. Закинем один уголечек и, наверное, сварим себе щи. Да, можно сварить как раз. Поднять себе жиров. Так, у нас есть во фляжке вода? Ага. Сюда, сюда. А это у нас сырое мясо, можно, в принципе, и мяском. Вода как раз грязная, прокипятится. Все бактерии убьет и закидывает. Так, один кусок мяса и хочу, наверное, одну косточку. Нет, не здесь косточка. Вот, одна косточка. Ага, не вмещается. Ну, камушек уберем. Так, все готово. Нужно помыть руки. Хотя, знаешь, мы пьем из панциря черепашки, думаю, не беда. Да? О, нормально. Так, готовимся. Готовится супчик. О, нормально, зашло. Так, все офигенно. Так, что у нас? Мясо тут у нас готовится, и можно кое-что уже забрать себе. Так, один кусок мяса. Второй. Это у нас сырое, его сюда же бросаем. Это наша рыба, кстати. Это рыбка. У нас есть рыбка, у нас есть кабанчик, и все офигенно. Я живой. 2 дня, кстати, мясо скоро будет портиться. Нужно будет свежую пачку. Бананы. Мне нужны бананы, кстати. А бананы есть. Нужно помыть руки сперва. Так, все помылись. У нас пиявка поив, друзья. Уже на этой ноте будем заканчивать и строить дальше. Будем заниматься кузнечным делом. Спасибо, что досмотрел до сюда. И, конечно, увидимся в следующих сериях Зеленого Ада. Всем спасибо и всем пока.